встречаемся на поляне в Гуамке. Найти это место очень просто, да и ехать недалеко. Всего 150 километров от Краснодара по живописной дороге, и вы окажетесь в величественном реликтовом лесу. Отдохнуть всей семьей, с друзьями или с коллегами выбирайте сами. Чистый воздух, сочные пейзажи, новые впечатления. Кстати, помимо конференций, корпоративов или слетов, здесь можно проводить масштабные, высококлассные мероприятия. Например, на поляне в один день собралось около 200 человек. Все они приехали, чтобы совершить тест-драйв на автомобилях и квадроциклах известных марок. На базе отдыха им обеспечили абсолютно все, от комфортного размещения в благоустроенных номерах до коллективного питания. В этом году мы решили провести необычное мероприятие для наших клиентов с выездом за пределы города, с тест-драйвом, с размещением, чтобы было что посмотреть и далеко подальше от города. Это база отдыха «Поляна» в Шумском районе. Чем она понравилась нам, то, что, во-первых, рядом есть достопримечательности, ущелье знаменитое Гуамское. И плюс ко всему, здесь можно как разместить, так и накормить большое количество людей. Кухня в кафе на поляне явно пришлась по вкусу всем гостям, судя по тому, с каким аппетитом они обедали. Собственно, как и предложенные развлечения. Кстати, после окончания тест-драйва праздник не заканчивается, а переносится на эту симпатичную полянку, где будет гореть пионерский костер и звучать песни под гитару известных бардов. Если вы захотите уединиться, то уютные беседки практически в самом лесу расположены рядом с каждым домиком. По-прежнему всевозможные туристические маршруты в самые живописные места Гуамки и окрестности вам предложат здесь же, на базе отдыха «Поляна». Краснодарский край, Апшеронский район, хутор Гуамка, база отдыха «Поляна». Телефон 8-928-432-4104. Детство начинается здесь, в оздоровительном лагере «Буревестник» на берегу Черного моря в городе-курорте Анапа. В лагере, который в прошлом году отметил свое 45-летие, работают воспитатели-педагоги, профессионалы. Так что будьте уверены, ваш ребенок под пристальным вниманием. Питание в современной уютной столовой, повара которой имеют стаж работы более 15 лет. Я все съедаю, но не во всех лагерях я все вообще ел, вот здесь я все ем. Здесь все найдут себе занятия по душе. Есть спокойные интеллектуальные игры, библиотека, фонд которой насчитывает 2000 книг. Спортивные подвижные баталии на свежем воздухе будут проходить на баскетбольных и волейбольных площадках, теннисных кортах и даже на собственном футбольном поле. К тому же в «Буревестнике» ежедневно проводятся разнообразные конкурсы, викторины, творческие мероприятия, концерты и театрализованные представления, а также спортивные эстафеты, соревнования, зажигательные дискотеки. Многие ребята отдыхают в «Буревестнике» ежегодно. Я в этом лагере не первый раз, я здесь четвертый раз здесь езжу, мне все здесь нравится. Море всегда теплое, солнце всегда просто супер. В этом году в «Буревестнике» новшество. Группа дневного пребывания для детей от 8 до 16 лет. Отдых в «Буревестнике» – это всегда незабываемые каникулы. Море, солнце, новые знакомства, впечатления и эмоции. Отдел бронирования 3-16-81. Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пионерский проспект 9. Лучшие музыкальные коллективы страны и хедлайнеры мирового уровня. Танцы и драйв круглосуточно на полуострове Свободы. С 1 по 5 августа международный музыкальный фестиваль Кубана. Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Веселовка.